Всем привет, с вами я Леон, и сегодня мы начинаем проходить дополнение к Assassin's Creed 4 Black Flag DLS Авелину. Ну, для начала Авелину начнем. Так, новая игра. Ну, без разницы мне на профиле, Абстерго, так Абстерго. О, девушка-ассасин, скоро выходит, кстати, дополнение официальное, уже как полная игра. Портирована с PC Vita. Это DLS, даже не DLS, а полная игра. Авелина. Да. Ты сейчас еще зовешься ассасином. Послушаем, как Коннор что-то говорит. Как бы ты ни звалась, когда-то я помог тебе. А теперь мне нужна твоя помощь. Пейшенс Гибс, девушка сильная и умная. Ее считают вожаком восстания рабов. Из-за нее назначена награда. Это же плохо. За ней идет охота. Я пытался пригласить Пейшенс в братство, но она не хочет принять мою помощь. Ты же легенда для рабов, даже на севере, в Ньюпорте. Конечно. Думаю, к тебе она прислушается. Ее видели на Козьем острове. Лучше всего искать ее там. Твой друг и брат Коннор. Постскриптум. Осторожнее в форте и с самой Пейшенс. Знаю по опыту, в страхе она опасна. Соглашусь. Вот. Ну, сюжет, как я понял, мы должны найти и попросить, чтобы она присоединилась к нашему культу ассасинов. Сообществу ассасинов. Некая девушка. Получается, за кого мы сейчас играем, это типа освободительница рабов, что-то в этом роде. Так. Паркур здесь такой же, как во всех ассасинах. И для меня ассасин третий... И четвертый, пожалуй, самые интересные части, да, и вы скажете, что, возможно, это не так, но так как я не играл вообще практически в предыдущей части, для меня вот эти вот две, это уже интересно даже. Так, так как я давно уже не играл в Ассасина, так что простите, если будем глупить. Так, здравствуйте, до свидания. Что тут произошло? Мы сбежали вместе, она помогла, сказала, придет корабль. Но нас нашли. Кто помог? Пейшенс Гибс. Наш лагерь прямо за холмом. Они разграбили его и схватили нас. Ее верно держат там. Ну, конечно, верно держат. Активировать орлиное зрение, найти свою цель. И еще нам надо освободить рабов, которые здесь, собственно, заложниками держатся. Хотя, вы знаете, в такую вот офигенскую погоду, то, не знаю, я бы тут пожил немного, что ли. Классно, что тут, хотя тут, наверное, болезней до кучи. Но сейчас не об этом. Сейчас мы просто будем убивать. Аккуратно всех. Привет. Так, я, если я не забыл, мы все делаем правильно. В скрытных областях сейчас не хочу я лазить, поэтому будем с вами по хардкору бежать и убивать всех. Ну, конечно, я могу и постелиться, но не в этот раз. Так. Где артефакт? Нет, вы не знаете, где артефакт. Ну, вы, впрочем, и не узнаете. Привет, негр, Тосик. Я не расист, но похож на черный. Ищи остальных. Он есть черный. Так, вполне здесь дела достаточно много. Так, здравствуй. Вот первое дело. Сейчас второе дело сделаем. Колокольчик, дабы нас не сдали тут. Другие такие же вот охранники. В три места нужно сбегать, как я понял. Так. Вообще, Ассасин это достаточно интересная игрушка. Даже вот четвертый весь я с радостью проходил. Ну, первый раз я без тренера, второй раз с тренером проходил, чтобы уж посмотреть, что, как лучше. Естественно, без тренера оказался повеселее и по-честному, так сказать так. С тренером это уж так, если повеселиться хотите и найти там все корабли, которые призрачные. А сейчас не об этом. Но вы поймали на ус мою мысль, и это хорошо. Так, это афоризм, если что. Бам. Вообще, система боя здесь просто отпад. Испортим колокольчик и освободим рабов. Чё, столько тут негров, хотя, в принципе, знаешь, в то время пишешь? Негров только и это. Кто ты? Держали зачем она в рабстве. Тебе? Я хочу помочь.
Скажи, что ты знаешь, прошу. А наш персонаж, она, если боролась, не ошибаюсь, он могла. Индеец наполовину. Ее увели к остальным. Дополнение очень приятное, как и сама игра. Не знаю почему, но мне впало душу проходить ее аж 2 раза. Я не знаю почему, мало и какие игры тянут на 2 прохождения. А вот это очень даже тянет. Так. Привет, друг. Слава богу, они слабенькие даже на самом последнем уровне сложности. Это, конечно, странно, но приблизительно к реализму. Так, до свидания. Стреляй. Молодец. Ты мне помог в первую очередь. Так, кого мне уже свой щит-то брать? Стреляй. Спасибо. Спасибо, что они мне помогают. Теперь надо вот этого добить. Живой щит. Быстро. Все. Побежали. Так, и напишите в комментариях, какая ваша самая любимая часть ассасинов. Ну, Assassin's Creed, в общем. И, кстати, мы опровергли с вами то, что не все конвейеры плохие. Ассасин вышел вполне себе очень даже играбельным. Мне вот, как я уже говорил, очень понравилось. Графика здесь приятная, диалоги, ну, со смыслом и без фальши. Передается время пиратов. Ну, конечно, и ассасинов тоже, но мне больше, так сказать, пиратство понравилось, чем быть неким ассасином. Так, а вопрос, зачем я здесь нахожусь-то? Зеленая точка говорит о том, что здесь должны быть рабы, но так как здесь рабов нет, меня что-то... Это немного... Странно, однако. Сейчас посмотрим. А возможно, дальше нужно идти, хотя нет. В данном фрагменте памяти эта зона недоступна. Найдите узников. Интересно, а где здесь узники? Замутили. Так еще и узников ищи теперь. Кажется, вот они. Они были рядом совсем. Так. Взаимодействие. Кто ты такая? Я хочу помочь Patience Gibbs. Там был капитан, командовал. Он еще тут ищет что-то. Он знает, где она. Он послал их. У него много солдат. Тебе придется сперва убить их. Да мне не проблем. Спасибо, да. От нас обоих. Найдите капитана. Ну, это несложно. Он от нас в 80 метров всего лишь пройти надо. Юда, здравствуй. Вот эти самые серьезные, конечно, большие гангстеры. А теперь сматываем. Так, набил морду. А теперь быстро добиваем. Это типа усиленных молов, но так как я очень быстро расстреливаю, проблемы нету. Боеприпасики, да? Сейчас перерядимся, ребят, и возьмем их боеприпасы. Части будут по 15 минут, чтобы и мне, и вам было интересно проходить это дополнение. Ну, до боеприпасиков нормально, все, 9 штук, хватит. Еще у нее есть что-то типа трости, которая стреляет, ну... Где Patience Gibbs? Что происходит? Оставим ее. Стой, кто идет? Ух. Это я, ассасин. И, ну зачем взять оружие-то? О, как все запущено-то. Да. Схватите капитана. Как я должен так было прыгнуть, чтобы мост не взорвался? Идеально. Эй, капитан, стой. Стой, кому говорят. Я тебе плохо ничего не сделаю. Стой, говорит. Вот, господи, а. Кого ж такие плохие капитаны-то, а? Еще и трусы. За что им еще деньги выплачивают, непонятно так. Аккуратно.
Да я знаю, что подходите ближе к цели. Я просто немножко разбежался. Как вам еще поймать-то его? Густой лес. И мелкая пешка. Как же его поймать-то, зараза? Стой, вам говорят. Стой. Мне тебя допросить надо. А ну стой, говорю. Что, тебя еще бить, что ли? Избейте капитана. Окей, мне не сложно. На тебе по башке. Так. Пробиваем защиту. Вон на сяру, и он походу вырублен. Нет, смотри-ка, не вырублен. Так, а ну спускайся. В воду. Ты опять что ли дерешься? На тебе в нос опять. Пьянчуга. На тебе. Где она? Хорошо, хватит. Доктор Джадж заберет ведьму на допрос в Форт Вашингтон. О, доктор Джадж, это уже интересно. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо за полезную информацию. Капитан Трукс, доберитесь до форта. Доберемся, в чем проблема-то. Сейчас еще поплаваем тут. Жалко, рыбок нет. Я перекусил рыбкой. Так, ну форт мы, в принципе, уже возьмем и выследим нашу даму, за которой мы охотимся уже в следующей серии. Так что с вами был я, Леон. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Это для меня очень важно. Я всегда на шаг впереди. Уведите. Делайте с ней что хотите, но она не должна умереть. И запомните, мне нужен этот амулет. Я убью тебя и отомщу за свою мать. Ты его не получишь. Отпустите! Я с вас со всех шкуру сдеру. Это отлично. Задание выполнено. Воспоминания лагерь постанцев. Синхронизация 100%. Такие дела. Хе-хе.